привязано. Ну, продолжите видео. Всем привет. На Уре парапланы. А я буду снимать? Снимаешь ты, да. Старайся снимать больше на нас, потому что она вокруг так снимает. Мы будем поворачиваться все время, она все снимет. Хорошо. Будет она самое такое. Так, сейчас ждем ветерочек правильный. Понял, короче, да? Немножко даже можешь вперед наклониться, как бы мы идти, чтобы тебя назад не сесть. Пару шагов вперед. Как сама чувствуешь? Отлично. О, красота. Какая высота у нас? 2300-2350 над уровнем моря. Сейчас слетаем в ту сторону. Ну, это по правде не так страшно, как кажется. Тогда? Ну, перед полетом. Многие думают, надо куда-то прыгать там, лететь, падать вниз зачем-то. Да. Уже... Я уже думал, мы тут со скалы разгонимся и спрыгнем. Ну, многие думают. Это потому, что очень развитые прыжки с парашютом. Ну, парашютизм, там же падение, другое дело. Мы постепенно и постепенно выше и выше все, да? Мы пытаемся. Это уже зависит от солнечной активности. Но сегодня все в порядке, поэтому потихонечку пытаемся выше.
этой скалы, потому что она греется. Да. Теплый воздух у нас держит. Легкая невесомость. Ну, это да, на повороте. Да. А я в Солигорске на руднике работаю. Где? В Солигорске у нас рудники калийные. О! И там... Это такая серьезная работа. Ну да. И опасная, наверное, да?